мы с вами изучаем сортировки. Смысл сортировок я вам объяснил в прошлый раз через, собственно, необходимость отсортированных массивов для двоичного поиска. Я надеюсь, что этого достаточно, чтобы понимать, что это очень нужно и важно сортировать массивы. В каких-то задачах это важно непосредственно, напрямую, просто нужно уже иметь отсортированный массив или список. Значит, соответственно, поехали, начинаем квадратичные сортировки. Квадратичные сортировки. Это большой заголовок. И первая из этих сортировок будет сортировка вставки. Это заголовок чуть поменьше. Двойной подчеркнутый заголовок. Сортировка вставки. Да, кстати, я поправил шаблон сайта JudgeMeTrue. Теперь там выкладываются ссылки и на видео FBMF, и на ваше видео FBMF. То есть там все подряд лекции с ссылочками поставлены. Начиная со второй, первое видео не записано. Вот. Значит так, квадратичная сортировка вставками. Представьте себе, что перед нами стоит ряд солдат. И требуется их отсортировать. По возрастанию. Вот всего 5 солдат у меня. Да, и прапорщик выбирает алгоритм. Алгоритм, естественно, потребует каких-то циклических действий. То есть придется делать не вот так вот раз и все всем ставить. Да? Все встали на свои места. Откуда не знаю, где их места. Да, он должен сказать, где их места. Вот. Тем не менее, в этом цикле должен быть какой-то инвариант. То есть некоторое логическое утверждение, которое не будет туда запрограммировано прям вот программистской формулой, логической формулой, но оно важно при понимании того, что происходит. Мы должны выбрать, что у нас будет сохраняться от итерации к итерации. Причем этот инвариант у меня будет, собственно, зависимым от номера итераций. Инвариант. Понятно, да, что это такое? Это некоторое, еще раз говорю, утверждение, которое сохраняется, которое верно до цикла, да, после цикла и после каждой итерации. То есть в середине итерации может возникнуть ситуация как бы разломанного, да, как бы утверждение наполовину, оно разломалось, да, но в конце итерации всегда у нас инвариант и после каждой итерации. Итак, давайте посмотрим с точки зрения прапорщика. Вот какая часть, какой срез, говоря языком питона, да, какой кусок этого массива уже отсортирован? Если прапорщик предполагает, что солдат, вот этот вот, стоящий в позиции номер 0, индекс 0, да, что солдат, стоящий в позиции 0, уже отсортирован, в том смысле, что он, вот если закрыть глаза на остальных, он уже построен, на, как сказать, сам себе, он возрастает. Понятно? Ясно? То есть, если бы остальных не было, то он уже построен с условием возрастания, да? Понятно? Вот. Так вот, если так он смотрит на это дело, то тогда у меня на нулевой итерации, то есть до начала цикла, да, у меня первая итерация, это у меня реально первая итерация, да? То есть итерация буду считать, в смысле, нормально, нумеровать. Вот. Хотя индекс может у меня сейчас от нуля показать. Так вот, еще раз, у меня этот товарищ, да, на нулевой итерации у меня уже один отсортирован. Логично? Значит, мне требуется совершить n минус 1, ну n общее количество, да, мне требуется совершить n минус 1 действие, n минус 1, собственно, итерация.
одна итерация, на которой он будет у меня на каждой очередной итерации, да, n-1 итерация. Так вот, после, соответственно, после и итерации, это я формулирую вариант, после и итерации под массив А, ну, я буду называть его А, то есть А это массив или либо список чисел, строк или чего-либо еще. Так вот, после и итерации под массив А, начиная от начала и по и плюс 1 включительно, да, то есть у меня после первой итерации у меня сколько отсортировано? А? После первой, да, на нулевой итерации у меня уже, еще ни одной итерации не совершилось, у меня уже это отсортировано. Понятно? То есть у меня уже должно быть, когда и равно нулю, у меня должна, один элемент должен входить. То есть с нулевого по и плюс первый не включил. Понятно? То есть сначала до и плюс первого, ну, можно 0 тут написать, не обязательно. От 0 до и плюс 1 не включительно. Так вот, после и итерации под массив тра-та-там отсортирован по зарплату. Понятно? Значит, еще один механизм, как я туда вставляю. Я беру ближайший, да, при этом все элементы с А, начиная с И плюс первого до конца, на прежних местах. Ну или, короче говоря, я включаю следующего, ближайшего товарища. Так давайте, собственно, его вставим. Первая вставка, она будет довольно тривиальной. Я вставляю этого товарища, и что мне для этого требуется? Мне для этого требуется поменять эти товарищи местами. Ну давайте пока их просто поменяем местами, вот. А потом сейчас разберемся, как конкретно эта вставка происходит. Ну понятно, что там на итерации номер 2 у меня произойдет подобная же вставка, только она еще проще, потому что этот товарищ просто стоит на своем месте. Так? А вот теперь смотрите, что происходит. У меня требуется на третьей итерации, я вставляю третьего, точнее с четвертого, да, с индексом 3 товарища. Для этого он что делает? Он как бы идет сквозь строй и находит свое место. А что для этого требуется сделать? Требуется, соответственно, переставить вот этого товарища, чтобы освободить ему там место. Да? Вот давайте этого пока просто перерисуем. Значит, раз, этот два. А вот на последней итерации, поскольку масштаб уже подрос, будет заметно, что именно происходит. Смотрите, мне требуется не одного солдата подвинуть, да? Мне требуется осуществить фактически их последовательный циклический сдвиг. Причем, как вы понимаете, да, этот циклический сдвиг будет справа налево. Циклический сдвиг в прошлый раз. Да? Так вот, а для циклического сдвига мне нужно в начале этого солдата куда спасти во временную переменную. То есть он у меня отправляется в переменную ДМП. Логично? Затем, пока я не найду такую позицию, такого солдата, который ниже его ростом, я продолжаю и уменьшать. Ну не и, правда, да, и у меня будет сейчас отсчитывать итерации, да, поэтому мне придется здесь вот эту вставку производить с другим счетчиком, например, с К. Да, то есть К у меня побежит в обратную сторону. Так вот, это К у меня будет не циклом for, а циклом пока, потому что мне требуется проверить условия того, что очередной К-тый солдат стал уже ниже, чем вставляю. То есть в ситуации, если вот этот вот товарищ будет чуть-чуть выше этого товарища, да, то он должен будет вот здесь вот с этим товарищем сравниться ростом, да, и значит его позиция, куда его вставлять, она где? К плюс 1. Да? То есть не тут как раз, а К плюс 1. Да? Вот сюда надо его вставлять. Ясно?
А если этот товарищ ниже ростом, тогда дело хуже. Дело в том, что он сравнивается с этим товарищем и говорит: а, ниже, и у меня есть вероятность того, что я сделаю попытку сравниться с минус первым индексом. Но минус первый индекс — это вообще от конца. Да? И не дай бог, я сейчас его сдвину куда-то. В общем, лишних сдвигов точно делать не надо, значит, мне придется ограничиться двумя условиями. То есть я либо дошел до края, да, то k равного, то есть k больше либо равно нулю, с которым я сравниваюсь, да? Либо тот, кто стоит в этой позиции, да, если k больше либо равно нулю, да, то этот товарищ должен быть выше, то есть пока k больше либо равно нулю и выше. Итог, я пишу алгоритм. Понятна логика? То есть я просто вставляю очередного, этих всех сдвигаю, а этого товарища ставлю на его место. Поехали, пишем алгоритм. Значит, я буду писать, сразу оформляя в виде функций, для того, чтобы английское название сортировки тоже у вас мелькнуло. Depth insertion sort. Insertion sort. Сортировать я буду на месте, пользуясь ссылкой A. То есть она будет процедурного характера, ретерна не будет. Итак, что я делаю в первую очередь? Я запускаю цикл, в котором я двигаюсь, как сказать, расширяю свой вариант, да, поскольку он зависит от i, да, мне нужно его расширять, постепенно увеличивая. Да, я как бы по методу индукции, да, то есть у меня, я вставляю уже отсортированный массив очередного солдата. Итак, у меня i в диапазоне, in range, от, значит, итерации я буду считать от нуля. Соответственно, от нулевой итерации, да, то есть я буду вставлять i плюс первого товарища. Понятно, да? Вставляется i плюс первого. Значит, от... Сейчас, прошу прощения. Давайте так, я на той лекции сделал с первого. Давайте, как у них? С единички. Значит, и по n. Почему по n? А, n у меня не определена. Лен a. N равно лен a. Лен a. В данном случае за счет... А? Нет, плюс 1 здесь не надо, потому что сейчас i будет как раз индексом вставляемого. Я все-таки немножко по-другому сделал, да, то есть у меня после i итераций, но у меня здесь i не является, а, у меня i является номером итерации, да? А, ну все окей тогда. Все окей, тогда совпадает. Все. Все ок. И номер итерации, реально, не индекс итерации. Итак, теперь что я делаю? Я начинаю i этого товарища вставлять в предыдущий отсортированный подмассив, да, средств. Значит, что я для этого делаю? Я запоминаю в первую очередь текущего вставляемого во временную переменную. То есть я а итого спас. Затем я должен и не трогать, не портить значение и. Да, и я начинаю k равно и. Я себе копирую значение и в переменную k. Затем я запускаю цикл. Пока. Пока. Самое главное — не выйти за границу. Поэтому я сделал: пока k больше либо равно нуля. И пока k больше либо равно нуля. И a как у меня выше, чем tmp. Ну давайте так. Да. Чтобы как только он будет равен, то я уже не буду туда вставлять, чтобы не было перепутываний тех, кто одинаково рос. Поэтому я ищу первого, который хотя бы равен. Равен либо ниже. Так вот, пока они выше, то что я делаю? Я этих а как их переставляю в позицию какую? Поправочка. Поправочка. Я начинаю сравнивать с ниже, по сути. То есть я сейчас забыл сделать минус 1. То есть я вставляю итого и начинаю и тут же сравнивать. Это ошибка, конечно же. К равно и минус 1.
сразу вот это вот чуть-чуть двинуть, да, с соседями. Итак, начинаем с соседа. Поехали. Так вот, пока я не с этим соседом сравниваюсь, да, пока А каты выше его, что я делаю? Я сдвигаю А катва в К плюс первую позицию. А К плюс первый равно А каты. По окончании этого цикла что произошло? Я на каком-то К остановился. То есть, либо у меня А каты больше, чем ТМП, да? Либо К стал равен минус единице, потому что К равный нулю еще сравнивался, да? То есть в итоге К сейчас либо равно минус единице, если я уперся в границу, да? Либо К сейчас показывает на такого товарища, у которого АКТ меньше, либо равен, чем ТМП. Значит, мне нужно вставлять этого ТМПшного куда? В К плюс первую позицию. Логично? Но не в минус первую, если я уперся, да, в нулевую, да? То есть такой граничный случай, я так проверяю мысленно и осознаю. Значит, соответственно, в А К плюс первую. А, стоп, забыл кое-что. Я К забыл уменьшать. К здесь, это же не цикл for, это цикл while. К здесь надо уменьшать вручную. К минус равно 1. Самостоятельно руками уменьшаем К. Во, вот теперь К действительно уменьшается у меня на каждой итерации. Да, и в конце я делаю после циклофор, я говорю, после цикловая, но в цикле фор, я говорю А, К плюс первый равно ТМП. Все, таким образом я фактически реализовал сортировку за счет N минус 1 циклического сдвига. Логично? Количество действий, необходимое для этой сортировки. Для вставки всего n-1 цикл. Причем на каждом цикле мне в худшем случае, а в худшем случае для этой сортировки является упорядоченность наоборот. Да, в этом случае я каждый раз вставляю, переставляю местами. Да? То есть делаю одну итерацию, на второй итерации я вставляю вот этого товарища, я, соответственно, сдвигаю вот этих вот, да, то есть раз, два, плюс две, два арифметических действия, плюс три и так далее, плюс n минус одну. Как вы понимаете, это арифметическая прогрессия, которая при суммировании даст мне что? 1 плюс n минус 1 пополам умноженное на n минус 1. Да, то есть у меня что получается? N квадрат минус n пополам. Ну, короче говоря, O от n квадрат. Поскольку мы сейчас будем с вами работать с разными асимптотиками, я в какой-то момент вам обязательно расскажу. Хотите? Нет. Хотите сразу рассказать? Вот про асимптоты. Вот смотрите. У меня здесь n квадрат пополам. Почему я плюнул на этот пополам? Представьте себе, что у меня есть два алгоритма. Один алгоритм имеет квадратичную зависимость. Но в нем на каждый реально вот этот n квадрат, у него коэффициент тут будет 1000. 1000 арифметических действий надо делать на каждый вложенный итерации. Цикл в цикле, вот тут вот у меня действие, что оно не очень-то реальное. Понятно, да? То есть, короче говоря, реальное количество операций, n операций 1, ну или давайте n1, оно будет от масштаба задачи, от количества сортируемых чисел, зависеть следующим образом. 1000 умножить на n квадрат. Да? А второй алгоритм у меня будет такой, n2, у которого всего лишь одно действие, ну, я даже могу там 0,01 написать, трудно это себе представить, условно там одна микросекундочка какая-нибудь, да? Ну давайте 1, ладно, 1 умножить на n. Вопрос, в какой момент у меня вот этот алгоритм станет лучше, чем вот этот? Ну понятно, что на первом. Когда мы сортируем одно число, конечно, второе алгоритм лучше, да? Два числа, у меня 8, а здесь у меня получается 8000. Да, ну логично, 8 секунд, 8000 секунд, или микросекунд, или важно, да? Лучше. Да, но мы можем просто решить вот так вот, когда n2 становится больше, чем n1. Да? И обнаружим, когда это происходит. Ну, можно даже разницу найти, ну понятно, что это произойдет, да, очевидно, давайте.
n куб больше, чем 1000 n квадрат, да, и очевидно, что у нас, поскольку n положительное число, то у нас, естественно, сокращается это дело. Получается, что при n больше 1000, да, у нас будет. При этом реально вот эти вот числа, они не настолько уж сильно отличаются, но очень важна асимптотика задачи. То есть как ваша задача ведет себя не на начальной стадии, когда у вас n мало, а то есть вот как оно тут растет. Да, потому что и та вроде бы растет одинаково, причем кубическая, она с маленьким коэффициентом, а квадратичная сразу вверх. Да, но если взять и посмотреть это на дальнем масштабе, то окажется, что все не так уж и просто, что квадратичная, она все-таки вот такая, да, а кубическая вот эта вот, она, может, начала ниже, да, но потом она разогналась и пошла быстрее. Да? Ну и очевидно, что какая-нибудь экспонента, там, 2 в степени n, да, или какая угодно, там, альфа в степени n, да, она при любом сколь угодно малом коэффициенте, она всех перебьет, всех показателей функции она в конечном счете перебьет по скорости роста. Это можно просто вычислить, да, не будет писать. Или доказать в математическом анализе. Так, значит, теперь о асимптотике я только сказал, то есть она является реально ключевым значением. Оптимизация алгоритмов в первую очередь важна именно в улучшении асимптотики. Оптимизация там, меньше переменных использовать, сократить на 1-2 операции, то есть, ну, короче говоря, численный коэффициент уменьшить. 10 раз ускорил программу. Ну, молодец, классные руки, конечно. Но это не касается реально необходимой оптимизации. Оптимизаций есть две, которые в современном мире, при современном развитии вычислительной техники, нужны реально всегда. Первое – это оптимизация читабельности программы, чтобы программа была читабельной для человека, понятно. И вторая оптимизация – это оптимизация асимптотическая, то есть когда вы алгоритм улучшаете так, чтобы при увеличении масштаба задачи он был себя адекватным. Так, следующая квадратичная сортировка. Это сортировка выбора. Ну сразу, вот n квадрат логично у нее, да? Что делать в этом случае правильно? Этот прапорщик теперь любит однозначность. Он хочет, чтобы все было сразу однозначно решено. Раз, так, что там не так. Это уже средние высоты. То есть он хочет поставить на первую позицию сразу того, кто стоит. А вот скажите, сейчас кто-нибудь стоит на своем месте? Ну, на самом деле, там один стоит на своем месте, но он же не будет разбираться. В общем, сейчас он предполагает, что никто не стоит на своей окончательной позиции. Все плохо. Понятно, да? То есть у нас в данном случае вариант следующий. Что он хочет? Так, после и итераций, после и итераций, под массив А от начала до вот теперь ровно И элементов, то есть за одну итерацию он будет ставить одного солдата на свое окончательное место. Я имею в виду сейчас большие итерации, потому что вот здесь, видите, цикл в цикле пришлось сделать, да? Вот за одну большую итерацию внешнего цикла. Что он будет делать? Чтобы под массив, состоящий из и штук элементов, то есть для первой итерации там один элемент с индексом 0, да, единичка не включается. А и сейчас предполагает от, понятно, единицы, да? То есть именно номерайтер. Так вот, после и итерации под массив от 0 до и не включительно, да, содержит элементы, да, стоящие элементы А, да, на окончательных позициях. На окончательных
позиция с точки зрения сортировки. То есть он больше туда не полезет. Вот он поставил, и он стоит все окончательно. Что для этого нужно сделать? Мне очевидно, нужно для того, чтобы на первой итерации, да, соответственно, я сейчас на первой итерации какой элемент, какое место сортировать? Я конкретно в i-1 позицию, да, в i-1 позицию у меня должен встать кто? У меня в i-1 позицию должен стать наименьший среди всех тех, кто правее его. Ну, он и правее его, да, вот эта часть. Я беру наименьшего среди них и ставлю его сюда. Логично? То есть, эта сортировка напоминает n раз совершаемый поиск минимума. Понятно? Ищем минимум. А как мы ищем минимум? Нам нужно, чтобы кто-то уже стоял в качестве временного минимума. Помните? Да, и, соответственно, мне нужно, чтобы его... Да. И там был вопрос еще с манекеном, что нужно поставить какого-то начальное значение, которое будет в данном случае минимальности больше всех остальных значений, заведомо. Да? Или взять кого-то за шкирку первого, и пусть он будет временным минимумом. Да, вот ты первый назвался. Я мог бы создать какую-то отдельную переменную под хранение временного минимума. Но я не хочу это делать. Я сразу буду в итой, точнее в i-1 позиции, поскольку я на нее расширяюсь, да, я буду так делать. Теперь маленькая тонкость. В данном алгоритме мне чисто технически удобнее, хотя я сформулировал нужный вариант вот так, удобнее будет использовать и как индекс итерации. Хотя давайте, раз уж вот я написал вариант, чтобы не было разрыва, я вначале напишу алгоритм с номером итерации, а потом минус один сделаю, чтобы вы увидели, что ну, чуть-чуть удобнее будет восприниматься. Итак, значит, а и минус один это у нас временный, прошу прощения, это временный минимум. Да, временный минимум на этой итерации. На этой итерации. Итак, def choice sort. Это одна из самых коротко записываемых сортировок. Итак, я пробегаю вот этим самым i в диапазоне. Вопрос, сколько мне понадобится вот этих вот этих вставок. Да, вот, точнее, не вставок, может быть, не вставок, а вот этих выборов минимум. Смотрите, вот сюда я поставлю самого маленького. Поставил. Да, причем, кстати, я же не сразу это сделаю. Да, как это произойдет? Я говорю, так, ну-ка ты как? Меньше? О, ты меньше, тогда меняемся местами. Раз ты меньше оказался, да? И у меня, это еще не закончилось как минимальный, это пока поиск минимальный будет. Просто это позиция временного минимума, да? Ты меньше? Нет. Ты меньше меня? Нет. Ты меньше меня? Да. Значит, мы меняемся местами. Тот, который пониже, отправляется сюда, тот, который повыше, отправляется сюда, да? На этом у меня гарантированно и окончательно отсортирован вот этот полимассив от нулевого до первого не включительно. После первой итерации от нулевого до первого не включительно. Дальше. Сюда. Ты меньше меня, нет, ты меньше меня, нет, ты меньше меня. Меняемся. Поменялись. Вставился. У меня после двух итераций два элемента на своих позициях. Ясно? Дальше сюда вставляю, я хочу расшириться. Ты меньше меня, ты меньше меня. Да, да. А, да, ты меньше меня, прошу прощения, забыл поменять. Меняемся. После чего это? Ты меньше меня, да, меняемся. Да, дальше что? Осталось еще, по сути, один раз. Почему один раз? Потому что у меня...
когда я сюда поставлю меньшего из двух, то у меня второй автоматически встанет на нужную позицию. То есть мне сортировать одного, методом поиска минимума из него одного, не надо. Поэтому последняя большая итерация не нужна. Их всего n минус 1. Поэтому я здесь сделаю попытку от 1 до лен а не включительно. То есть не n штука, а n минус 1 итерация. Объяснил? Так двигаемся. Значит, вложенный цикл сразу вложенный цикл. Не требуется выставлять. Не требуется выставлять того, кто стоит во временном минимуме. Потому что он и так там уже стоит. Поэтому что я сразу запускаю поиск минимума. For k в каком диапазоне? Кого я туда буду сравнивать? Ну, естественно, что я должен только того, кто начиная с этой позиции. То есть, когда я вот соревнуюсь за вот это, у меня те, кто слева, не должны участвовать в том минимальном смысле товарища. Не должны. Иначе они, конечно же, его опередят. Он там же глобальный. Глобальный минимум вот. Да? То есть у меня должны участвовать только те, кто правее. То есть начиная с позиции и плюс один. Но поскольку я здесь, видите, сделал итерации с единички, то получится, что с китой все. Да? То есть на первой итерации у меня с и минус первым соревнуется ит. Да? Начинается с нулевым, соревнуется первым. Так что я здесь вынужден писать с и, да, и до куда? До конца, до последнего элемента индекса лен а минус первый, значит лен а не включительно, вот так получается. И теперь что я пишу? Если у меня а, значит кто у меня, а как оказался лучшим минимумом, чем временный минимум. Временный минимум находится в позиции и минус 1. Да? В этом случае он занимает его место. Но я же не могу того просто так выкинуть. Мне нужно вернуть в строй. Поэтому они меняются местами. Поэтому у меня а каты и а и минус 1 меняются местами. Равно а и минус 1 а каты. Точка. Никакого не нужно дальше, return не нужен, никаких действий не требуется, потому что по окончанию вложенного цикла у меня минимум стоит на своей позиции, все остальные там переставлены, все окей. Раз, два, три, четыре строки. Алгоритм в четыре строки сортирует массив. Квадратичная асимптотика. У вас один вопрос. У нас на первом месте стоит солдат, которого мы приняли за минимум. Да. Что с ним происходит? То есть если мы считаем, что каждый солдат в А и минус первую позицию я хочу поставить минимальную, да, на ИТ итерацию. На первую итерацию, в нулевую позицию, хочу поставить самого маленького. Я начинаю бежать по числам, по индексам, начиная с первого и до конца. И говорю, если каты, да, оказался меньше, чем текущий минимум, то положить в позицию этого минимума акаты. Но его откуда же нельзя просто так выкинуть, и я его возвращаю в ту позицию, из которой я сейчас акаты поставлю. Да. Более близкого, нет, он не совсем первого встречного, а более близкого подходя. А там уже тот, кто стоял, он уже тоже кандидат. Но вот, например, если сортировки выборов дадут уже отсортированный массив, в этом случае я же не знаю заранее, там, может, есть кто меньше, да? Я говорю, так, ты, стоящий в нулевой позиции, временный минимум. Начинаю. Первый, второй, третий, и так далее, до минус первого. Ты меньше, ты меньше, ты меньше, ты меньше. Нет, никто не меньше, значит, ни одной замены не было. То есть, вопрос в чем? Если у нас, если мы ставим, приближаемся постепенно к минусу, то где тогда выполнение условий, что мы это сразу ставим на... Надо отличать внешние итерации, внутренние итерации. В процессе движения по внутренним итерациям, по K, мы
расширяем ту часть массива, начиная с этой позиции и до конца массива, постепенно расширяем, так, чтобы в И минус первую позицию попал минимальный из уже просмотренных. С момента, когда заканчивается внутренний цикл, да, у нас достигается, что у нас просмотрена вся искомая часть подмассива, и реально в И минус первая оказывается меньше из этой части просмотренного массива. Я, естественно, просматриваю только начиная от текущей до правой позиции. Теперь понятно? Все, переименование, как мне нравится писать этот алгоритм.
Ладно. Без цвета работы. А именно, полз равно и минус один. Ну, то есть это что, это позиция, куда я буду минимум вставлять? Логичнее туда вставлять. Понимаете? Может, чуть-чуть выше будет лучше. Вот тут даже расстояние геометрически ближе. Я понимаю, что я скоро туда перемещусь, на ту доску. Но туда как-то линейно смотреть. Перпендикулярной доске. Ладно, короче говоря, в этом случае мне номера итераций мне же фактически не нужны. Они только для формулировки инварианта. Да? А так можно и наоборот идти. Вот позиции, куда я вставляю. Тогда позиция вставки ОЗ начинается от нуля. И на последней итерации я вставляю в какую позицию? В лен А минус вторую. То есть лен А минус первая не включительно. Ну, то есть минус единичка фактически, да? Диапазон сдвинулся на единичку влево. Теперь, начиная с какой позиции? Ну, очевидно, с ОЗ плюс 1. Не, ну если я напишу поз, на самом деле ничего сильно не будет. Он сравнится сам с собой. Поз, то есть поз, ну, пойдет дальше искать того, кто меньше. Вот. Но ну, можно сэкономить на лишнем сравнении, начать сразу с поз плюс первого, например. Итак, дальше. Поз плюс 1, запятая лен А. Ну, а лен А, потому что по-любому до конца списка. Ну и вот здесь, соответственно, я вместо и минус 1 везде просто пишу плюс. Нет мелких лишних арифметических действий, а самое главное прозрачность понимания увеличивается. То есть понятно, что поз это позиция, куда я вставляю минимально. Да? То есть я А, когда АК оказывается меньше, чем тот, кто стоит в поз, то я на его место и ставлю АК, и да, поски меняются местами. Да? От достаточно абстрактного и номера итерации, более конкретного поз, это, соответственно, позиция, да, вот, что так, со стрелочкой, а что это есть позиция А поз, это время до минимума на итерации. Логично? Вот, ну ладно. Последняя квадратичная сортировка, это сортировка пузырьком. Или сортировка методом пузырька. Все эти три сортировки являются универсальными. То есть они могут быть применены к сортировке чего угодно. Никаких дополнительных требований к сортируемым величинам. Только то, что любые две из них можно сравнить друг с другом. Ну и надо сказать, что все-таки предполагается транзитивность. То есть что А больше, да, А меньше Б, Б меньше С, значит А меньше С. Как-то вот так. Да? А равно Б, Б равно С, А равно С. Так, пока вот это потом. Итак. Сортировка методом пузырька. Давайте наш прапорщик будет, может, не такой однозначный, а близорукий. Он не может сортировать. Так, а у меня тут был маленький вначале, относительно маленький, повыше. Дальше, кто там был? Относительно высокий, по-моему, повыше, относительно маленький, совсем повыше, ну я сейчас вот так вот сделаю, совсем повыше и, да, я чуть-чуть еще, чуть-чуть я все-таки поменяю, я в этой сортировке сделаю повыше вот сюда. И, а? Такого еще нет. Новый строй солдат. Значит, мой прапорщик близорук. Он не умеет сравнивать, как в поиске выборов, да, в этой сортировке выборов, он не умеет сравнивать далеко стоящих солдат. Ему нужно, чтобы они близко стояли. То есть он может посмотреть на соседних товарищей,
и сказать: о, ребят, вы стоите правильно, или вы стоите неправильно. Понятно? Меняйте места. Единственное сортирующее действие – это обменять соседних местами. Ясно? Что делает наш прапорщик? Давайте пойдем не от инварианта, а наоборот от действия сортирующего. Вот он берет и говорит: ребята, меняемся местами. И переходит к следующему. А, ну вот тут он говорит: не меняемся местами. Да? Дальше идет, дальше построил. О, ребята, меняемся местами. Меняемся местами, соответственно, этот сюда, а этот получает сюда. Дальше. И пошел дальше построил. Ой, то, ребята, вы неправильно стоите. Меняемся местами. Ребята меняются местами. Прапорщик идет дальше. Смотрит: о, ребят, вы стоите неправильно. И меняет их местами. И меняет их местами. Я? Всего он сделал, ну, поскольку у меня пар на единичку меньше, чем собственно элемента, так получается, что он сделал n минус 1 сортирующее действие. И в принципе можно так сказать, что, наверное, здесь немножко отсортировал. Вот. Но не совсем понятно, что именно, в чем мы можем быть уверены. Где инвариант? Абсолютно верно. В данном случае мы можем быть уверены, что у меня после и итерации, у меня после и итерации, у меня что? И элементов в конце на своих местах. На своих местах. А вот по поводу остального достоверно гарантировать мы не можем. Может быть да, может быть нет. Есть еще один момент. Дело в том, что здесь, в этом случае сортировки, нам, хотя мы можем этот инвариант в принципе записать, да, но можно и действовать и без него. То есть прапорщик ход идет вот так сначала до конца, сортирующий такой расчесткой, да, продолжает, продолжает, продолжает до тех пор, пока не произойдет так, что он, дойдя до конца, не совершил ни одной перестановки. То есть если вдруг произошло так, что он прошел от начала до конца и перестановок не было, то он отлично, значит, все стоят на своих местах. Понятно? То есть в каком-то смысле сам проход с сортировкой пузырьком, он похож на проверку факта отсортированности массива. Понятно? Но самая короткая запись сортировки методов пузырька предполагает наше знание об инварианте. Давайте запишем самый короткий, который легче всего запомнить. Вот. Значит, def bubble sort. А, тоже процедурная, сортирует на месте, работает напрямую с этими элементами, поэтому прям return не будет. Def bubble sort. Итак. Я должен осуществить сколько проходов? N минус 1 проход. Вот давайте я так и назову эту переменную. Проходу. For проход in range 1, запятая, len A. Ну, то есть N минус 1 проход. Но начинать нумеровать я буду от единицы. Первый проход, второй проход. Ну, в данном случае проход просто совпадает с номером итерации. Там номер итерации и есть. Ну и пускай. Но мне будет так приятнее писать. Хотя лучше было бы, наверное, for pass, но pass – ключевое слово зарезервировано. Может быть, как это там, for pass, не знаю. Пусть будет проход. Значит, дальше что я делаю? Я делаю сортирующий проход, собственно, делаю. Я его всегда начинаю от начала. Могу идти до конца, но могу идти не до конца. Знаете почему? Ну потому что, хотя я начинаю от нуля, да, но заканчиваю, понятное дело, по n a кого? Минус второй с минус первым. То есть у меня, понятное дело, что я сравниваю буду и b, и и плюс первый. Да, то есть я сравниваю и b. Да, и плюс первый элемент. Да? Сравниваем и плюс первые элементы. Да? Если
порядок неправильный, тире меняем местами. Меняем местами. Итак, for I branch adulen A. Минус один, прошу прощения, я скобку потерял. Минус один, да? Но на самом-то деле, последний на первом после первого прохода, на первом проходе минус один, да? На втором проходе минус два, на третьем минус три, потому что там накапливается количество элементов, которые заведомо на своих местах, и с ними сравниваться уже бессмысленно. То есть, когда будут сортировать этих, менять местами, да, то у меня вот этого товарища и вот этого сравнивать уже не надо. Там точно не будет обмена. Да. Поэтому лен А не минус 1, а минус номер прохода. Минус прохода. О, вот теперь скобка закрывается, двоеточие. И что я делаю? Если А и Б, и А и минус Б, А и плюс первый в неправильном порядке, что это значит? Ну, в нашем случае А и Т, то есть предыдущий, если вдруг оказался больше, чем А и плюс первый. В этом случае я их меняю местами. Ну, я бетонный свет напишу. А и плюс первый равно А и плюс первый, запятая А и Т. Поменяем. Все, как и сортировка выборов, в 4 строки пишется. А теперь внимание, не перепутать. Очень уж они похожи. Рядом с сортировкой метода пузырька хочется рассказать вам про сортировку тупого близорукого прапорщика. Называется сортировка дурака. Она так и называется. Full sort. Сортировка дурака. Она не является квадратичной, хотя она является универсальной. Она отличается от сортировки пузырьком, во-первых, своей асимптотикой по АТМ в кубе. Такие редко встречаются. Одна есть. АТМ в кубе, да? Но все-таки это не обезьяна, да? То есть тут есть какая-то разумное действие сортирующее. Что, чем именно отличается? В тот момент, когда этот прапорщик видит какую-либо парочку, которую удалось поменять местами, он радуется и забывает, где он только что проверял. Ему приходится снова начинать сначала. Заново проходит всех, да, и как только опять обнаружил, даже если в самом конце случилось такое, что в самом конце он обнаружил там, что они стоят неправильно, то он снова начинает сначала. И вот только тогда, когда он пройдет полный проход, ни разу не было перестановки, тогда заканчивается. Вот. Итак, Dev full sort. Full sort A. Значит, в данном случае очень красиво и просто пишется и равно нулю. Дальше. Пока и меньше. Значит, и у меня должен будет не достигать лен А минус первого, да? Лен А минус второй еще подходит, тут можно сравнивать. Понятно? И когда я перешагну на вот эту позицию, это значит, что последнее направление у меня было еще нормально. Я еще не отпраздновал, они стояли правильно. Итак, пока и меньше, чем лен А минус один, что я делаю? Если у меня А и ты больше, чем А и плюс первый, то есть они в неправильном порядке, в этом случае я меняю их местами, А и ты, А и плюс первый равно А и плюс первый, А и ты, и я говорю, и равно нулю. Начать сначала. Сначала начинаем. А вот если иначе, то есть они в нормальном порядке, правильно, да, по возрастанию, ну, точнее, по неубыванию называется. Сортировка, скорее, не по возрастанию, по неубыванию, но все равно все называют по возрастанию.
Так вот, а если уж иначе, тогда и плюс равно 1. Ну тогда он переходит к следующему. Понятно? Собственно, конец. Да, вот, когда мы достигли вот этого места, это значит, что у нас мы прошли по всему массиву, и в таких ситуациях не случилось ни разу. А и выросло, начиная от нуля, но лен А минус 1 уже включительно. Да, вот, дошли. Ясно? Вот. Все, это сортировка дурака. Значит, на этом мы с вами универсальные сортировки пока заканчиваем. И вопрос, а может быть есть что-то лучше? Можно ли как-то... Давайте как-нибудь конкретную задачу я вам поставлю, и мы озадачиваемся с вами. А? Давайте. А можно еще вопрос по поводу сортировки дурака? У нее никаких преимуществ нет? Никаких. А, нет, вот перед вот этим вариантом вместо пузырька есть преимущество. Если массив уже отсортирован, то она проверит это за n итерацией и выйдет. То есть она будет сейчас оптимальной, но сортировка пузырьком, если здесь добавить булевскую переменную, а эту внешнюю проходы циклом while, кстати, что, а если при этом не было ни одной, если была перестановка, то boolean равно там true. Была перестановка, да? То есть, если какую-то перестановку добавить, то он не будет оптимальнее ее. Но я не буду писать оптимизацию пузырька. Потому что там их тысяча этих оптимизаций. И вот так, и сяк. Я вот одну написал вам, потому что не минус, а нет, минус 0 проходит. То есть, ладно, пузырька тоже не смотрим. Тут досок так мало стало. Мы сейчас с вами займемся... Сортировку дурака уже приписали? Я тоже сокру. Значит, мы с вами сейчас напишем какое-нибудь реально большое количество чисел. И попробуем их отсортировать. Алгоритмы можно вручную прогонять. Есть даже такой институт в Европе, кажется. Европейский. Hungarian Dance. Никогда не видели такого? Наверное, не видели. Да, сортировки, которые танцуют. Какие-нибудь народные венгерские, какие-то польские танцы. Очень забавно. У людей, у мужчин и женщин написаны числа на груди и на спине. Вот. И там в момент, когда там достигается отсортированность, да, тут по инвариантам, да, что они достоверно отсортированы, они поворачиваются спиной. А два элемента, которые сравниваются, они выходят вперед, да, вот из строя, тех, кто стоит. Те, кто выходит вперед, они там танцуют друг с другом, ну, как сказать, понятное дело, сравниваются, да, делают. Либо они меняются местами, либо не меняются местами во всех этих вот действиях. И потом, посмотрите, пожалуйста, сортировка пузырьком Hungarian Bubble Dance. Что там? Hungarian Dance Bubble Soft. Например, вот так. Ну и там есть много разных сортировок, в том числе тех, которые мы еще пока не изучили. Ладно, значит, смотрите. Где он там написали? Давайте здесь. Значит, это будет неуниверсальные сортировки. Напишите. Неуниверсальные сортировки. Это большое двумя подчеркиваниями. Неуниверсальные. Сортировка подсчет. Итак, давайте я запишу что-нибудь. 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 3, 7, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0, 7, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 3, 3, 4, 0, 2, 1, 0, 3, 4. Ну, тут не так много, надо отсортировать. Сортировка методом пузырька. Ну, я заранее скажу, тут примерно 40 чисел. Точно я не буду считать. Тут 30-40 чисел. 30 в квадрате – 900 операций. Ну, успехов. До конца лекции не успею. Да? Сортировка дурака не будем считать. Но я могу сортировать быстро. Я знаю, что тут только цифры.
Давайте я заведу себе 10 счетчиков. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И, внимание, указывая пальцем, как итератором, я пробегу по всему вот этому массиву от начала до конца. Начальное состояние счетчиков у меня будет использоваться унарная система исчисления сейчас. Плюсом унарной системы исчисления что можно отнести? Каждое число в ней на палочку больше предыдущего. Не надо стирать и перерисовывать цифры. Короче, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 3. Поехали. Да, я дальше пальцем уже не буду двигать, виртуальный палец поехал вперед. 7, 2, 4, 2, 0, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 1, 0, 7, 2, 0, 0, 1, 0, 1, 3, 3, 4, 0, 2, 1, 0, 3, 4. Что это такое? Ну, если я бы воспользовался матплотливом, я мог бы это, собственно, как гистограмму вывести. Это готовая гистограмма, только надо бы ее положить. Количество различных цифр, сколько там их встречает. Вот оно распределение. Да? Ну, неравномерное, конечно. Что это по сути? Это массив количеств чисел. Сколько раз число встречается. Или частотный, да, у нас частотная информация. Первая часть сортировки подсчетом является частотным анализом. Да? Так и называется иногда, частотный анализ. Да? На самом деле... Для многих задач этого уже достаточно. То есть, например, нам нужно найти, какая цифра встречается чаще всего. Мы один раз прошли, по сути, мне даже не надо было запоминать все эти исходные числа. Мне их не требовалось запоминать. Мне массив не нужен. Даже если бы этих чисел было 10 миллиардов, я бы каждое число, считывая с клавиатуры, отправлял бы плюс или единички в соответствующий счетчик. Да? Даже если каждый из счетчиков будет у меня там 64-битным числу, 8 байт. 8 и 10, 80 байт. Да, но не 10 миллиардов под запоминание всех этих чисел. И не 10 миллиардов в квадрате на сортировку, да? А вот, пожалуйста. Да, 10 миллиардов просто на считывание. Да, а вот списочек вообще коротенький число. Вот. Представляете, как здорово? Значит, смотрите, особенности этой сортировки. Особенность. Первое. Она однопроходный алгоритм. Она однопроходный алгоритм. Однопроходный алгоритм. То есть мы это с помощью словаря делаем? Можно словарем. Словарь прекрасно подходит для частотного анализа, когда мы заранее не знаем частотный анализ слов. Но надо сказать, что в этом случае частотный анализ, там слова нужно еще упорядочить. Слова упорядочены для слова содержания. То есть некоторая сортировка самих слов, которые встречаются. Это уже отдельный вопрос. Но вообще алгоритм однопроходный. Это первая часть. Вторая часть этого алгоритма будет выплевывание этих чисел на экран или в массив, но их нужно будет вывести, да, то есть в том порядке, который отсортирован. А что, по сути, мне потребуется для этого сделать? Вот столько раз, сколько тут написано? 5, 10, 14 раз. Это 14 раз. То есть 14 раз вывести число 0. Затем 9 раз вывести число 1. Да? Потом 6 раз число 2, 6 раз число 3, 3 раза число 4, 0 раз число 5, да? 2 раза число 7, ну и собственно все. Ясно? То есть восстановление массива упорядоченным по возрастанию, точнее массива данных, да, потому что я еще раз говорю, запоминать это не надо, можно сразу. Когда мы это дело сохраняем, то мы по сути сохраняем всю информацию о исходных числах, кроме их порядка. Да? Почему всю информацию? Да потому что в числе здесь, кроме там значения цифр, больше ничего нет.
нет такого, что у нее имя, что это возраста, там, допустим, еще есть имена, фамилии и так далее. Так, ладно. Значит, однопроход дал Гэри, да? Он выполнил, ну, исходя из первого пункта, да, требует по Атен операции. Да? По Атен операции. Вот. Однако же есть некоторое вредное требование. Вредное требование. А именно, надо заранее знать, нужно заранее знать диапазон сортируемых ключей. Слово ключ используется, когда у нас сортируемые объекты содержат несколько параметров, а сортируются только по части из них. Вот тогда часть этих параметров, по которой производится сортировка, называется ключом. Там по возрасту сортируем. Ключ – это возраст. Ясно? Например. В любом случае, здесь нужно заранее знать диапазон сортируемых ключей. Чему я это говорю? Представьте себе, что у меня требуется отсортировать подсчетом всего лишь 5 чисел. Да, я еще раз не требую, не написал. Нужно заранее знать, да, и он должен быть мал. Вот смотрите. У меня все ключи принадлежат множеству потенциально возможных ключей. Так? То есть, когда я сортировал цифры, у меня все цифры были от 0 до 9. То есть, их всего 10 штук. Мощность множества ключей на МК равнялась 10 для цифр. Логично? Для возрастов людей от 0 до, там, не знаю, 99 преодолимый возраст, ну там, не знаю, 150, 200. Там уж точно все поместятся. 200 счетчиков. Да? Количество волос на голове человека, ну примерно 100 тысяч. Да, ну там возьмем 200 тысяч, то счетчиков 200 тысяч будет, да? Так вот, первое же действие, давайте я теперь вот это сокру, и тут напишу алгоритм. Да, чтобы алгоритм тоже у вас был. Да, дев. Каунсор. Вот А. Сейчас у меня сортируются не пары, а только ключи. Ну, то есть только эти сами значения. Значит, что я сейчас делаю? Первое. Я создаю список счетчиков. Как я это делаю? Я сейчас давайте для цифр напишу. А, или давайте вот так. Я буду М предполагать, что М, и оно мне известно. А числа лежат в диапазоне от 0 до М. Значит, это что у нас получается? Я начальное состояние каждого счетчика выставляю 0. И хочу, чтобы длина его была умножить на m. На m. Как это мощность? Мощность множества ключей. Затем я прям списочно for x in a. Да, я что делаю? Я увеличиваю x-товый счетчик А на единичку, в которой еще одно x встретилось. X-товый счетчик А на единичку увеличиваю. Все, это конец частотного анализа. Первая часть закончена. А дальше мне нужно распихать их в очередную позицию А по местам. А, вот эти вот. Я что делаю? Я делаю поз равно нулю. Поз это вставляем, а куда я буду вставлять сейчас? Да, а теперь запускаем. For x in range от 0 до m. Сейчас, поскольку m это штук, то числа m там нет. В диапазоне возможных ключей. И что я говорю? Для каждого из возможных ключей по порядку, что я говорю? Для и сколько раз мне надо сделать? Только раз, каково их количество, quantity, q. For I in range q x, то есть qx определяет количество
А в массив я буду класть не количество, а сам x. Соответственно, я говорю, что я в А позицию поз кладу, собственно, икса, а поз увеличиваю на единичку. Ну, я вынужден счетчик поз сделать отдельно, потому что у меня тут эти два цикла, они пробегают как по значениям, собственно, потенциальных ключей. Да, и вот. Так вот, если у меня, не дай бог, будет мощности, а вот посмотрите на вот эти вот числа, которые 5 чисел мне надо отсортировать. Какая мощность множества потенциальных ключей? Ну вот самая длинная вот эта. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, да? Ну, там примерно 10 в 10 максимальная, да? 10 в 10. 10 в 10. Хотя бы по байту на счетчик. Да? 10 в 10 байт. Это сколько байт? 10 в 10. Учит 10 в 3 примерно кило, 10 в 6 примерно мега, да, вообще мегабайт, меги примерно, да, 10 в 9 гига, да, мне нужно 10 гигабайт памяти, даже если по байту на счетчик. И первое действие этого алгоритма — создать массив счетчиков с 10 гигабайтами нулями. Потом по этим 10 гигабайтам в 5 ячейках появится плюс 1. Пынц, пынц, пынц. А потом я бегу по этим 10 гигабайтам, выискивая, где же встретится Q равной единичке, чтобы шлепнуть этого X в очередную полностью позицию А. Вы понимаете, да? То есть масштаб, на самом деле я вас обманул. Q будет 2, сделать поправочку. О не от N, а O от N плюс M. То есть здесь кто больше? То есть если у меня количество чисел больше, чем мощность, то от N. А если мощность больше, чем количество чисел, то... Тут уже количество чисел не влияет, а мощность является определяющей. Ясно? В общем, алгоритм не универсальный. Смотрим на мощность сортируемых чисел, если их там штук 100 тысяч, идеально. Да, то есть частотным анализом, ну, с сортировкой подсчета. Короче, вопрос, а можно ли как-то все-таки его сделать чуть-чуть более универсальным? Ответ – можно. Поразрядная сортировка. Разрядная сортировка. Ну, поскольку она не универсальная, давайте я сразу скажу, для кого она, в этот раз сразу скажу, для кого она годится. Она подходит для сортировки. Для сортировки целых чисел. Целых чисел. Да? Без длинной арифметики. Целых чисел без длинной арифметики, то есть не длинных, давайте так напишите, не длинных. То есть число разрядов должно быть разумным, не очень большим. Да? Целых чисел и коротких строк. В случае со строками тоже есть модификация, которая прекрасно будет работать. Но мы сейчас строки трогать не будем, будем смотреть на целую сортировку целых чисел. Но они могут быть вполне и вот такими по длине, то есть, ну, там, но их количество оправдывает, допустим, сортировка. Не хочется этот квадрат, хочется быстрее. Да, она у нас имеет O от N, то есть волшебная и необходимая нам O от N, но она не является однопроходной, то есть не за один проход, а проходов будет несколько. Давайте возьмем какие-нибудь конкретные числа. Все это уже переписано. Давайте, чтобы я вот тут алгоритм написал. А вот тут я, собственно, буду. Пока поиграю с числами, покажу. А? Так, вот давайте числа я возьму какие-нибудь вот такие. 101, 110, 3, 24, не знаю, 21, 23, 22, 72, давайте я не буду. 120,
1, 13, 13 не было, 23 было, да? 13 еще не было. 40 тоже не будем, я буду с маленькими там числами сейчас, небольшими. Да, там, не знаю, 202. Да, и какой-нибудь еще там, ну, 34 тоже, я хочу, чтобы было поменьше. Там, чего-нибудь. 20. А, 20 был уже. Давайте, я не знаю, что-нибудь там. 100. 120. Ну, поехали. Поехали. Значит, я сейчас выработаю следующий инвариант. После этой итерации. Да, давайте инвариант. После этой итерации числа отсортированы во всем массиве числа отсортированы, если закрыть глаза на разряды левее и включая и, начиная от младшего. То есть, короче говоря, я могу, закрывая глаза на все разряды этих чисел, я могу сказать, что числа отсортированы. На нулевой, с точки зрения нулевой итерации сортировки по разрядной, они уже отсортированы. А теперь я хочу их отсортировать так, чтобы они по младшей цифре, то есть открываю, хочу открыть глаза на младшую цифру, при этом, чтобы они были отсортированы. Для этого я использую кучи, сортировку подсчетом. То есть я завожу себе 10 кучек. Но я так себе сделал, что на самом деле мне, видите, я там чисел 4 еще использовал, а больше я не использовал. Поэтому кучки, начиная с пятой, мне на самом деле не понадобятся. Они сейчас рудиментом будут валяться, я не буду туда писать ничего. Только я пониже немножко их делаю. 0, 1, 2, 3, 4, ну и так далее. Итак, я раскладываю, а эти кучки, поскольку числа-то на самом деле длинные, мне придется создавать списки, то есть делать append, дополнять эти самые кучки чисел и ту кучку, да? Значит, что получается? Я пошел пальцем двигаться слева направо. 101 я отправляю в какую кучку? Первую. Ну, во вторую кучку, да, в смысле, с индексом 1. Да, я сюда пишу 101. Дальше. 110 я отправляю в нулевую. То есть для меня сейчас это 0. Это на самом деле 3. Да? Это на самом деле 4. Ну, то есть 24, но я воспринимаю как 4. Закрываю глаза, на все остальные. То есть я смотрю сейчас только на итый разряд. На первой итерации смотрю на первый разряд справа. Так. 21 пошло сюда. 23 пошло сюда. 22 пошло сюда. Да. Дальше. 120 пошло сюда. 1 пошло сюда. 13 пошло сюда. 202 пошло сюда. 120 пошло. 120 нет, 12. Давайте я заменю. 121. 121. 121 пошло сюда. Оп. Ой, не туда. 121, прошу прощения. 121. А теперь я эти кучки склеиваю слева направо. То есть я их склеиваю 100, 120, 12, 101. Там нету. Она лишняя. Откуда она взялась? 120. Из 121, которое вы не записали. А, это я 120 так записал? А, нет, вы написали там 120. А давайте я сделаю вместо 120 12. 12 не было. А тогда я писал, да? Вот так правильно? Тогда 12. 12 не в той кучке, согласен. 12 не в той кучке, оно должно сюда отправиться, да? Поехали. Значит, не 12, а 100, 120, 101, 21,
22, 202, 12, 3, 23, 13, 24. Те, кто не знает инвариант, скажут мне, что массив не отсортировался вообще. То есть, точно, вот если посмотреть на эти числа, как они есть, то очевидно, что у нас хуже стало. 202 стояло тут, а стало тут. Понимаете? Да? У меня, не знаю, там 13 стояло, стало тут, тройка была тут, стала тут. Испортилось. Но на самом деле инвариант у меня приближает, да, то есть у меня числа по разрядам. Смотрим на первый разряд. Все в порядке. Все в порядке. Осталось продолжить это еще пару раз, и все будет плохо. Понятно? То есть я расширяю, сортирую, теперь по следующему, по второму разряду раскладываю по кучкам. Я эти кучки выкидываю, да, и... Кстати, я не буду выкидывать, я рядышком. Да? 0, 1, 2, 3, 4. Значит, я поехал. Вот сюда смотрю свое внимание. Значит, 100 отправляете сюда, 120 отправляете сюда, 101 отправляете сюда, 21 отправляется на вторую, 21, 22 сюда, 202 сюда, потому что это больше, 12 в первую кучку, 3, 3 имеет разряд 0, десятка там 0, соответственно 3 идет сюда, 23 это 2, 13 это сюда, 24 это 2, записываем, что у нас получилось, 100, 101, 202, давайте я запишу 0,3, ну, чтобы было видно, что там вот, да? 0,3, 12, 13, 120, 21, 22, 23, 24. Смотрим на последние два разряда, видим, что числа по последним двум разрядам отсортированы. Осталось одно единственное действие, это последний старший разряд. Разложить аккуратненько по кучкам, и все будет отлично. Поехали. 100 пошло в первую кучку, 1,0,0, 1,0,1, да, 2,0,2, 0,0,3, 0, короче, 3 сюда, 12, 13, 120 сюда, 21 в нулевую кучку, 22, туда же, 23, 24. Все видно? Осталось аккуратно склеить, и, как видите, все будет ровно. Но я не буду уже переписывать, хорошо? Не успел, к сожалению, записать вам алгоритм этой сортировки. Ну, в домашнем задании к этой лекции, слава богу, поразрядная вам и не понадобится. В следующий раз я вам ее расскажу. Все, спасибо за внимание.